Здравствуйте, товарищи, меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Вышел новый камбэк группы ИЦИ, и песня называется «Сникерс». Кроссовки, судя по всему. Ну или сникеры, я, честно говоря, в современных наименованиях вот этой всей обуви не очень разбираюсь. Я путаю сникеры с кроссовками, кроссовки с кроксами и так далее и тому подобное, извините. Для меня это кроссовки или ботинки, и все, на этом разнообразие для меня заканчивается. Но неважно. В общем, это их мини-альбом Checkmate. Они тизерили по-всякому, особенно картинками, концепции. То одну, то другую, то третью. По поводу одной фотографии и промо я даже, наверное, поговорю после первой реакции, потому что ее стоит обсудить. Вот. Но, тем не менее, что из себя представляет песня, я даже отдаленного понятия не имею, потому что не хочу иметь заранее понятие об этом. Да, это кроссовки. Вот. Ладно, товарищи, давайте. Перед началом реакции вас попрошу поставить лайк этому видео. Мне будет очень приятно, если вы это сделаете. В принципе, последний раз заметили, что ни одного просмотра, 36 лайков. Ну, YouTube под реакцией, по-моему, на Twice. YouTube, в принципе, обожает это делать. Он обожает задерживать показ просмотров. Я-то их вижу. А вы не всегда сразу, моментально. Но лайки он показывает, видимо, достаточно шустро. Так что большое спасибо. Вы лайк уже поставили, еще видео не посмотрели. Мне очень приятно. Не понравится видео, уберете лайк. Не проблема. Ладно, товарищи, давайте. Перед началом реакции попрошу... Поблагодарю, простите, людей, которые меня поддерживают на Бусти. Это Шура, Алексей, Илья Просин и Рекер. Давайте же. 3, 2, 1, поехали. Начали электроника. Ага, они во дворце. Интересный Юджин прикид. Очень неплохо разнесен по стерео местный бит. То есть ударные прям звучат не здесь, а здесь. Для такого электронного припева, о, куплета, простите, интересный разгон, прям совсем музыкальный. Они надевают свои кроссовки и начинают танцевать во дворце. О, хороший переход. Тоже хорошо. Привет, Лея. Юни тоже привет. Черен. Еджи. Ну, а Рюджин я уже передавал. Очень басистая песня, за неимением лучшего слова. И операторская работа мне, как всегда, нравится. В клипах, в принципе, и Twice, и ИЦИ. В этом моменте почему-то вообще Twice пахнуло очень сильно. Thank you. Интересно. Интересная концовка. Это, безусловно, не Wannabe, даже не Дала Дала, и не Лока, и не Mafia in the Morning. Но она такая, довольно-таки бодрая вещь. Она какая-то заводная и жизнерадостная. Единственное, что мне, наверное, сильно не устраивает, это опять посыл
потому что выдавая там пятую какую-то, или уже не помню по счету песню с посылом, типа «я клевая, я крутая, мне никто не указ, я надену кроссовки и пойду пущусь в пляс», в общем, такого рода. Ну, это было в Дала-Дала, это было в Wannabe, это было, в принципе, в Vice, это было более-менее во всех, большей части, скажем так, песен Итзи. И мне казалось, что вот и какому-то там уже, условно говоря, 10-му клипу концепцию можно было немножечко поменять. Не по части музыки, музыка здесь, не могу сказать, что прям сильно похожа на что-то предыдущее. Она в стиле, но не прям один в один. Но именно скорее я скажу вот в посыле. То есть каждый раз говорить «мы крутые, клевые девчонки, и нам никто ничего ни почем», это нормально, но немножко утомляет. Вы согласны? Я, по-моему, даже в свое время на это уже жаловался, к третьей, по-моему, песне. Потом успокоился, потому что они немножко концепт сменили, и тексты пошли немножко более разнообразные. Но сейчас они опять возвращаются к этому. Это странно. Плюс, честно говоря, конечно, тизерами они именно визуальными, поскольку это чекмейт, да, шахмат, шахматный термин. И казалось, что, может быть, что-то будет более такое взрослое. Но это уже, как бы, как говорится, проблема ожиданий. Я ничего такого, в принципе, не ждал. А песня, ну, как песня. Я мелодию запомнил уже неплохо. Сейчас послушаю второй раз, запомню чуть более сильнее и полюбуюсь еще раз на клип. Что я хотел сказать по поводу картинки, на самом деле. Я сейчас открою совершенно, на мой взгляд, адовую картинку, за которую, мне кажется, нужно руки-ноги поотрывать людям, которые готовили это промо, на самом деле. Сейчас. Да, вот этот тизерный имидж, тизерная картинка. Я когда его видел, я, честно говоря, был немножко в шоке, потому что, ну, просто посмотрите на этот, на мой взгляд, кошмар, не знаю, визажистов и фотографов и так далее. Вот что здесь конкретно сделали с Рюджин? Что это такое? Почему она вот такая, какая-то перекошенная немножечко? Почему у нее один глаз закрыт сильнее, а другой меньше? Это она так подмигивает? Но нет. Там, причем, есть вторая фотка. Это, видимо, такой концепт, на самом деле. Но, в общем, очень странная картина. Я ее изначально искренне не узнал. Я такой, это кто? Это Рюджин, что ли? Ёлки-палки. Какой караул. А затем посмотрите на Лия. Ну, у нее просто яростно падает тень от носа. Это очень некрасиво выглядит, на самом деле. В принципе, неудачное, на мой взгляд, ну, не знаю, неудачное расположение для камеры. Здесь более-менее Еджи неплохо выглядит, потому что и то, видите, у нее часть лица абсолютно в тени. И, в общем, странная, странная очень картинка. Юна выглядит в целом нормально. Юна всегда красотка, разумеется. Они все красотки, в этом-то и проблема, как бы. Но здесь тоже фигово падает тень. Местами просто засветлена картинка яростно. То есть, ну, кто это фотографировал, я не очень понимаю, в принципе. По-моему, это жуть. По-моему, так делать нельзя ни в коем случае. Опять же, ну, Лиа же гораздо очаровательнее в реальной жизни, да и видео, разумеется. В 5 раз просто, в 5. 50 раз красивее, чем на этой фотографии. Здесь у нее странно взгляд, взгляд, странно тень падает, там как-то щеки слишком уделяются. В общем, нет, это жуть. Мне кажется, за такое имиджи, за такие картинки фотографу нужно просто нафиг увольнять. Ну и, конечно, что, Васима, господа бога, у... О, боже правый. Я хотел спросить, что у Рюджин свисает с головы, что вот это такое. А потом я понял, что это просто у нее руки на по локоть в какую-то кожаную перчатку закрыты. И она поправляет корону на голове. О, май гад. Какой кошмар. Причем остальные картинки с другого фотосета, видимо, они уже поинтереснее, получше. Но вот за такое, не знаю, реально руки-ноги открывать товарищам. Вопрос не девчонкам абсолютно, вопрос к людям, которые делают промо. Ладно, давайте смотреть еще раз. Да, вот он. Только уже не клип. В принципе, да, наверное, на клип я особо... Ну, красиво-красиво, но я посмотрю в этот раз уже танцевальную версию от Be Original. Давайте, 3, 2, 1, поехали! Слава богу, она высунула очень быстро. Кстати, красивое сочетание цветов. Очень. Здесь они все супер классные. Можно, пожалуйста, дорогие фотографы, попроще быть. И очень приятно слышать такой довольно-таки низкий голос Рюджин. Не пищащий, как он добывает. Я
Барабаны здесь вступают для разгона, нормально. Очень хорошо разнесены ударные по каналам, повторюсь. Прям вот я чувствую, здесь одна часть стоит, здесь другая. Они отлично сочетаются, хорошо работают. Мне нравится, что в студии ЧУ много источников света, они друг другу совершенно не мешают, они создают некоторое количество теней, такое, по 2-3 от каждой девушки. И это здорово смотрится. А еще какие у них замечательные здесь кроссовки, разноцветные. Но сами кроссовки более-менее одинаковые, просто разноцветные шнурки. А не, кроссовки тоже сильно разноцветные. Неплохо. О. Еще и показали кроссовки, отлично. Юна супер лучшая, как в принципе всегда. Да, интересно, что здесь в конце действительно так. Пам-пам-пам. Слышно? Тоже куда-то в сторону убегала. Вот такая песня, не лучше. Ой, какая милота, какая милота. Ежи, с ума сойти. Непонятно куда, честно говоря, черем смотрит. Куда-то в сторону. Очень мило. В некотором смысле это даже поприкольнее, чем клип. Клип, конечно, красивый, с кучей переходов, но тут просто очень, он жизнерадостный, очень яркий, сочный, красочный. Надо всегда прекрасно смотреть, девчонки улыбаются. В общем, красота. Песня как песня. Повторюсь, были в карьере Ицы песни гораздо лучше, но были и похуже, честно говоря. Поэтому она хотя бы более-менее ровная, без каких-то яростных провалов. Мелодия могла быть поинтереснее. Но здесь, опять же, писали товарищи, которые ни в каких особо крутых композициях не замечены, по крайней мере, мною были. Так что я не особо удивлен, в принципе. Никаких там Пакчиньонов, никаких там победителей черноглазых и прочее, прочее, прочее. Какие такие, типа, ремесленники, профессионалы более-менее. Ну, нормально. Нет Анны Тингер, и то спасибо. Видите, не всегда она служит причиной средней песни, а иногда и без нее так получается. Ладно, товарищи, спасибо большое за то, что вы меня прослушали. Поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, на это, разумеется. Если хотите меня поддержать на Boosty, то поддержите. boosty.to/Судаков. И я благодарю людей, которые меня там уже поддерживают.